Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильный видеорегистратор на две камеры от компании PlayMe, модель Netton. Поставляется в фирменной упаковке данный видеорегистратор. Давайте рассмотрим комплектацию. Здесь находится оригинальный гарантийный талон, основной видеорегистратор. Корпус очень хорошо собран. Угол основной камеры составляет 145 градусов. В верхней части у нас разъем подкрепления имеется, мини-USB для зарядки, аудио-видео вход, кнопка включения-выключения, в нижней части кнопки управления, также в нижней части под заглушкой слот под карту памяти microSD, до 32 гигабайт поддерживается микрофон, кнопочка reset, и с другой стороны у нас серийный номер. По аксессуарам, что у нас есть в комплекте. Документация также идет, выносная камера, угол обзора выносной камеры составляет 70 градусов, она с подсветкой идет, провод 5-метровый для подключения, также в комплекте адаптер питания в прикуриватель, крепление, двухсторонний скотч, саморезы для выносной камеры. И также крепление на присоске с поворотным шарниром. Видеорегистратор мы сейчас подключим на питание 12 вольт и пройдемся по его меню. Видеорегистратор подключили на питание. В данном регистраторе используются три режима. Это режим видео, режим фото и режим просмотра уже записанных ранее файлов. Заходим в настройки. Первый пункт — это задержка выключения. Настраивается. Далее циклическая запись. Можно выставить 3, 1, 5 или выключить полностью. Далее режим видео, то есть настройка разрешения. Максимальное разрешение Super HD 2304 на 1296, минимальное HD 1280 на 720. Далее включение-выключение звука при записи видео, выбор языка. Звуковые сигналы кнопок включаются, выключаются, номер авто вводится для того, чтобы оно также отображалось на видеофайле. Громкость настраивается, отключение дисплея при записи, настройка частоты, чувствительность датчика удара, режим парковки, датчик движения, сброс настроек до заводских, форматирование карты памяти, настройка часов. Калибровка функции LDVS, также включение-выключение функции LDVS, включение-выключение функции FCW, настройка экспозиции и версия программного обеспечения. При покупке на данный видеорегистратор обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость его вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.